У маленького столика с батарейками пока никого. Но это пока. Праздник в Верхнем городском парке только начинается, поэтому Надежда Доценко, серебряный волонтер отряда «Аргентум Плюс», не унывает. Зато как правильно утилизировать элементы питания, она знает на зубок. И когда мы одну батарейку сюда вот принесем, мы сбережем целых 20 квадратных метров земли. Этот проект я отправляла на «Молодой душой». Это для серебряных волонтеров. Моя цель просветительская, поэтому отношу или в магазин, вот там, где собирают. Еще одна полезная стойка совсем рядом. Здесь опытная активистка ответит на вопросы, связанные с коммуналкой. Топ-темы она может назвать прямо сейчас. Качественный капитальный ремонт, не своевременный капитальный ремонт, не соблюдение сроков капитального ремонта, ну, работа управляющих организаций. Помощь и взаимовыручка – столпы добрососедских отношений. Глава Рязанской администрации Елена Сорокина за такую вот дружбу награждала памятными дипломами практически всех руководителей ТОСов. Потому что сосед в Рязани – это больше, чем сосед. Дорогие друзья, наша дружная рязанская команда – это уже не соседи, это семья. Как же приятно видеть родные практически лица, знакомые лица наших дорогих рязанцев. Традиции добрососедства будем обязательно продолжать. Домашняя атмосфера праздника – это когда все под рукой. Хочешь проверять давление, хочешь отведать домашних пирожков или плова. А хочешь просто хлеб с вареньем. Чисто по-соседски. На площадке «Соседское плечо» активисты делились садоводческими секретами, кто-то менялся книгами и полезными вещами. Площадка «А у нас во дворе» собрала любителей активных игр, а таланты нашего двора – самых творческих жителей города. А вот председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова нашла кое-что поинтереснее. Вместе с кузнецом она выковала подкову для города. На счастье. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».